смешно. Ну, я, хоть говорят, что у нас дочь оппозиционная, я послушал этих ZK3, и они превратили этого Навального просто в ничтожество. Ребята сами показали. Это моральный урод, во-первых. Моральный, действительно, они его спрашивают. Дорогой, как его, Алексей, вам не, вообще не жалко, что вот из-за вашей акции, по вашей инициативе пришли люди, теперь они сидят в тюрьме. Вы-то в тюрьме не сидите, у вас есть совесть? Вам... А вдруг он им говорит, моя вина не в том, что они сидят в тюрьме, послушайте эту передачу, а в том, что я не вывел миллион. А вот если был бы миллион, была победа. Ну, так это большевик, типичный большевик, это Ленин, который говорил, что пускай умирают люди, самое главное, чтобы был прогресс. Пускай люди умирают от голода, чтобы они, Ленин молодой говорил, чтобы они ненавидели самодержавие, приблизили самодержавие. Так это абсолютно, это моральный урод, который теперь претендует. Как только его спрашивают что-то такое личностное, какой-то, ну, где нужно проявиться человечности, вдруг глаза закрываются, уходят в себя, такой появляется цвет вот этого политика. Ну, его спрашивают, а что нужно для страны? Человек, который ничего не понимает, он говорит, а что нужно? Пускай они воруют, и все будет хорошо. У него нет ни проблем, ни социального неравенства, ни проблемы наркомании, ни проблемы безопасности, ни проблемы север... Никаких, он не понимает. И вот эти люди, которые ничего не понимают, ничего в себе несут, у нас, к сожалению, являются лидерами нашей молодежи. Безумие.